если говорить по результату, довольны результатом, естественно. Ну, самой игрой, ну, наверное, не совсем доволен. Но на это есть объективные причины, потому что уже несколько раз я говорил, практически мы новая команда собрали из тех, кого можно. Где-то сказывалась несыгранность. Но самое главное, то, что мы просили перед игрой, отдача, борьба. Все это было. Я думаю, что заслуженно. Основная задача, мы не так часто в Украине проводим. Практически в том году, по-моему, мы ни разу здесь не играли. Поэтому приходят родные, близкие, знакомые, журналисты, специалисты, смотрят. Задача показать, что вы на сегодняшний день именно стоите как футболист. Звісно, вийшов. Спочатку було дуже тяжко, тому що Туреччина дуже сильна команда. Видно, що вони були настроєні, щоб виграти, але вийшов. Команда робила все для того, щоб я забив свій гол. Я дуже вдячний їм.